Есть ощущение в последних статьях, что каббалист идет по такой тонкой линии. Верно. Он раскрывает с одной стороны или тупик, или зло, и неважно, или же он падает, или встает. Как будто все время находится на перекрестии путей. Верно. Он хочет находиться на этом перекрестии. У него нет выбора, он должен все время быть на пределе. То есть этот перекресток является жизнью каббалиста, когда в каждое мгновение он ищет, да-да, как будто есть какое-то состояние, когда каббалист чувствует, что он самый плохой, и он не относится к пути, так он как бы или же он уходит, или как раз берет это и делает рычагом, чтобы подняться наверх. Верно. Так что это за точка? Точка выяснения, в которой он находится. Точка выяснения. Итак, от точки к точке он продвигается. Спасибо.